Я Сараченко Ливан, 16 лет. Занимаюсь клубом «Буревестник» под руководством Полякова Олега Владимировича и Манухина Владимира Валерьевича. Являюсь призером России по рукопашному бою, чемпионом Москвы и Московской области по рукопашному бою, неоднократным призером и чемпионом всероссийских соревнований по рукопашному бою. Я очень горжусь своей страной. Я очень благодарен ветеранам, что я жив. Спасибо им большое. Ты знаешь своего соперника? Да, я знаю своего соперника. Я встречался с ним по рукопашному бою и выиграл встречу по рукопашному бою. А ты в курсе, что все бои по рукопашному бою с вашего клуба проигрывают? Но по кикбоксингу весь ваш клуб по кикбоксингу хреначит. Я приехал за победой отомстить за Скворцова Алексея и Леонова Дениса. Ну а если ты проиграешь? Такого не должно случиться. Я приехал за победой, и я должен победить. Слушай, Ливан, а ты это самое умеешь лезгинку танцевать? Конечно, умею. А сможешь вот